Так, мальчик, чё стоишь? Проходи. Ладно. Так, ну у тебя тут всё совсем плохо. Что ж, будем лечить. Не бойся, всего пара маленьких дырочек. Что ты там хочешь? Ты тоже боишься стоматологов? Ну, конечно, все их боятся. А я не боюсь. Это еще почему? Мне стоматолог всегда конфетки дает и мультики включает. Что за глупости? Ага, он так громко сверлит, что никаких мультиков не услышишь. А еще я так громко кричу от боли, что какие уж там мультики. От боли? Какой боли? Тебе что, не больно от этой адской жужжащей машинки? Нет, мне делают укольчик, и я ничего не чувствую. Я поняла, она мажорка у нас. Это как? По платным стоматологиям шляется. Ну ничего, сейчас почувствует вкус настоящей жизни. Можно я не пойду к стоматологу? Нельзя, вы сопровождающий учитель, вы тоже должны пройти осмотр. А я? И вы тоже. Ладно, сейчас я кое-кому звякну. Здорово, бойцы! Здорово, Степаныч! А ты чё такой напряжённый? Стоматолога, что ли, испугался? А ты типа не боишься? Не, я боюсь того, как себе сам больной зуб коньком выбил. Ничего не боюсь. Вы тоже на необитаемом острове были? Не, на катке подскользнулся и как? Да я просто фильм видел, там чувак на необитаемый остров попал и себе так зуб выбил, чтобы не лечить. Надо бы это запомнить. Ну что, кто первый на осмотр? Чур не я. Ладно, начнем с детей. Тогда, девочка, проходи. А почему я? Так, любишь конфетки, да? Да, а вы мне их дадите? Нет, скорее ты мне кое-что дашь. Что? Свой зуб, он от кариеса уже совсем развалился. Надо бы его вырвать. Не понимаю, чего же там такого страшного? Скоро узнаешь, выскочка. Мне сказали, что здесь есть отец девочки. Пусть он поддержит свою дочку. Зачем? Она вырывается. Ладно. Папа, помоги! Держите ее крепко. Предлагаю сделку. Какую еще сделку? Я подержу ее, а вы взамен не будете меня осматривать. Ну, это как бы вам надо. Ну, ладно, мне пофиг. Договорились. Папа? Что тут происходит? А ты что тут делаешь? Меня Коленька позвал. Ты же знаешь, как он боится стоматологов. Мама, помоги! Женщина, помогите подержать ребенка, я ей сейчас зуб вырву. Ты чё? Совсем офигел? А ну-ка быстро отпусти мою дочь! Но у неё больной зуб. Да плевать я хотела, чё у тебя там зуб? Если его не удалить, начнётся инфекция. Чё за хрень ты несёшь? Это же молочный зуб, он сам выпадет. Не надо мне тут ребенка мучить. Он не скоро выпадет сам, а инфекция будет развиваться. Я лучше знаю, что будет развиваться у моего ребенка. Но я стоматолог. А я мать. Вот ты рожал? Нет, я мужчина. Тогда тебе не понять. Лизонька, пошли скорее. Пошли, мамочка. Ну это, наш договор в силе, да? Следующий. Здравствуйте. Проходи, садись. А мне правда здесь будет больно? Нет, у тебя все зубы в порядке. Ты любишь сладкое? Да, я просто всегда после еды ополаскиваю зубы. И перед сном чистишь? Конечно. Ну, тогда все понятно. Больно не будет, ты свободна. Ура! А это тебе за то, что ты правильно соблюдаешь гигиену полости рта. Ух ты, спасибо. А мне
ничего не лечили. А мне тоже. А еще вот, шоколадное яйцо дали. Это же шоки-токи. Ага, с чебурашкой. А мне не дали. Почему? Не переживай, я поделюсь с тобой. Да, давай, делись. Держи. Обожаю шоколад. А еще тут игрушка чебурашки. О, ее тоже давай. Прикольная. Эй, отдай. Так, мальчик, че стоишь? Проходи. Ладно. Так, ну у тебя тут все совсем плохо. Что ж, будем лечить. Не бойся, всего пара маленьких дырочек. Мне надо. Ты куда? Там врач зовет следующего. А ты че такой запыхавшийся? Где он? Кто? Впрочем, пофиг. Ты, заходи. Мам! Пойдем, Коленька, вместе зайдем. Опять вы. Опять я. Семечки любите, да? А как ты угадал? Он их даже сейчас ест. Прекратите, пожалуйста, мне неудобно вести осмотр. Ладно. Коля, убери семечки. Сколько вам лет? 24. Работаете учителем в школе, значит, да? Да, он учитель физкультуры. А молодой человек разговаривать умеет? Конечно, умеет. Тогда, может быть, он будет отвечать на мои вопросы? Больно будет. С анестезией не будет, но нужно доплатить 500 рублей. Сколько? 500 рублей? Ничего, потерпит. Ну, мам! Терпи, давай говорю. У меня нет лишних денег. Но у него очень глубокий кариес. Будет очень больно. Ну, что поделать? Заплатить за анестезию. Давай, сверли уже. Ну, долго еще, ему же больно. Ну? Вроде готово. Мамочки. Ладно, следующий. Тетя, моя очередь. Ага, проходи. Она не пойдет. Почему? Потому что она вчера проходила осмотр с другим классом, вот. Тетя, ну я же не... Все, давай, зови следующего. Мужчина, ваша очередь. Да легко. Странные у вас зубы. Никогда такого не видел. Да у меня как челюсть оторвало, мне стальную поставили. Короче, мы в Афгане, когда? Ладно, ладно, поверю на слово. Мужчина, ваша очередь. Мужчина, проходите. Я вообще-то вам, только вы остались. Так, а вы когда последний раз у стоматолога были? В детстве меня мама водила. Заметно, вам надо вырвать зуб. Штук 10. Хорошо, давай нитку. Какую нитку? Ну, мне в детстве батя зубы так вырывал. Нитку к зубу, к двери и как? Так можно только молочные зубы вырывать, и то я не рекомендую. А у меня какие? А у вас коренные, они намного крепче сидят. Понял. Надо к машине нитку привязать и... Тут нужно оборудование и анестезия. Без нее удалять коренные зубы очень неприятно. Спирт есть вместо анестезии? Нет. Фиговый ты врач без спирта. Лады, сам себе вырву зубы. Хорошо, поступайте как знаете. Так я свободен. Отлично. Да, такие кадры детей учат. Слышь. Раз тут все бесплатно, тогда меня тоже осмотри. Ладно, проходите. Ну чё, все нормально у меня? Есть пара зубов, нуждающихся в лечении. Сейчас приступим. В смысле приступим? Анестезия? Но у вас же денег на нее нет. Я чё, по-твоему, должна от боли корчиться?
Кали давай, дам я тебе твои жалкие 500 рублей. Не думаю, что это хорошая идея. В смысле? Вам не стоит делать анестезию. Почему это? Ты офигел, что ли? Ты хочешь, чтобы мне было больно? Успокойтесь, женщина, вам нельзя волноваться, вы же...